Я сколько себя помню в качестве государственного деятеля политика, я всегда знал, что в вашем лице есть большой друг Абхазии. Тогда вы еще работали в мэрии Москвы. И все, что у нас связывало с Москвой, все большие добрые дела, которые здесь реализовывались, вы были у истоков этих дел. Большое вам спасибо. Спасибо вам огромное. Мы очень рады, что вы сейчас работаете в Крыму. Мы стали еще ближе географически. Надеюсь, после завершения специальной военной операции у нас будет еще больше коммуникации. Мы обязательно запустим круизный корабль. Вы знаете о тех процессах, которые происходят. Нашей комиссии вчера обсуждались вопросы. Все, что прописано, все, что мы наметили, будем реализовывать. Это соответствует нашим интересам. Это соответствует интересам наших дорогих и любимых крымчан. Хочу прежде всего передать вам искренние приветствия, самые-самые теплые от Сергея Валерьевича Аксенова. Безусловно, Крым и Абхазия, как я всегда говорю, связаны больше 2500 лет. Диаскурия и Боспорское царство. Так что мы продолжаем то, что мы делали 2500 лет назад. Второе, хочу поблагодарить Ценслуха Эдуардовича за то, что мы так, я бы сказал, организованно, эффективно, четко провели нашу межправкомиссию. Он руководил как хозяин, ну, так положено, да. Мы все задачи выполнили, протокол подписали. План работы на 2025-2027 год будем разрабатывать до конца этого года, договорились сделать. Создадим крымско-абхазский или абхазско-крымский деловой совет, потому что бизнес должен напрямую завязаться. Пока, ну, все такие организационные усилия со стороны правительственных органов, но этого мало, надо, чтобы общались напрямую. Действительно, с Абхазией у нас есть серьезные проекты.